Смотрите сегодня в 19:00 на телеканале Арктик ТВ специальный репортаж «Моногород». Жизнь моногорода на примере городского поселения Никель. Здесь тоже должны быть свои, и они есть свои особенности, связанные с приграничным положением. Чем живет, как развивается моногород, чем довольны и на что жалуются его жители, исследуют географы-студенты Московского государственного университета под руководством научного сотрудника. Никель очень положительно выделяется на фоне многих, большинства я бы так назвала, особенно по сравнению с такими городами, как, например, Кизел, где полностью остановлено производство и как бы людям негде работать. Города-призраки есть и у нас. Продукты привозят, один раз в полтора месяца. О жизни и развитии на примере Никеля, о запустении там, где раньше кипела работа, на примере поселка Приречный, в нашем специальном репортаже «Моногород» сегодня в 19:00.